Вот этот катер, который консоль обшиваем. Чартерный. Сейчас будем примерить. Вот такой чехол получился. Сейчас с этой веревки. Резинку подгонят и все. Вот такая молния стоит мощная. Ну и эти ниточки подрежем сейчас. И все. Все готово. Вот его кальма пришла. Этот Мауи тоже его. Вот только что вот здесь вот с одного выстрела трех. Причем это вся хорошая рыбка. Я даже не знаю. Это хищный. Вот это... нижняя это дорада, я точно знаю. Да, это что? А это не знаю. Ну, посмотрим. Ну, не эта херня, которая питается тут ну, всякой падалью. Ну, нормально, она на полкило каждая. Угу. Видите, с одного выстрела, ребята. С одного выстрела, да. Да. Вот ружье достал отсюда, бахнул и все. Просто жена 5 минут назад сказала, что я давно рыбу не покупаю. Меня тут совесть мучила. Классно. Давай какой-нибудь пакет. У тебя чистый испанский и итальянский акцент. Английского, они все. Girl. Мы недавно только давали это. Кролика пробовала на первый раз. Ага, ну и как? Понравилось ей. Ну, я из брокколи сделала. Так, ну что, ребята, то утро, которое началось с того выстрела, что я прибил сразу трех рыб, продолжается. Иду, значит, по мусорке и по классике. Нахожу надувную лодку. Сейчас с вами посмотрим, что тут мы нашли. Это просто песок, это не клей. Бомбард. Есть латка. Низ это просто герметиком прошли. Транец есть. Это похоже на 260-270 размер. Так. Ну, вот у нее тут проблемы. Вот где проблемы. Они каким-то моментом клеили. Я вот нашел сайт. Ребята, которые лодки продают, у них есть и клей профессиональный. Я его, наверное, весь полностью оторву. Все это дело отмою. Сначала надуем, баллоны проверим. А потом дно приклеим. Так, а здесь нету клапанов еще. Так, вот у нас промежуточный этап ремонта. Потолок покрасили. Один слой еще будем красить. Здесь у нас ловит лучные панели. Работает все. А на стенах у нас ковролин. У нас там была такая неприятная ткань наклеена еще с завода, которая уже выглядит капец как. Вот. А на потолок мы решили сделать вот такие мягкие поролоновые штуки. Он... Вообще, можно было, конечно, все проще сделать, просто шпаклевкой и покрасить. Но у нас ребенок маленький, это детская комната, поэтому решили заморочиться. Вот. Пачки хватило вот настолько. Здесь у нас всякие жилетки торчат, тут ванты крепятся, лебедка. Вот это у нас винтажная лампа, осталась от прабабушки. Блин, шутки эти дурацкие. А это якорная труба, слышишь? Цепная труба. И потом еще пошьем сюда чехол из материала. И здесь тоже будут пуфики обшитые, потом пуфики будут на стену. Здесь вот у меня заготовка есть фанеры, она будет вот так вот
перегораживать эту носовую часть. Будет такой вырез, и туда будем складывать постельное там одеяло, подушки. Вот пока так вот.